Сегодняшний рейд начался посещением одного из магазинов на севере областного центра. При виде людей в форме телекамер продавцы и посетители быстро подтягивают защитные маски на нос. Факт этот не скрылся от взора проверяющих, как и отсутствие разметки перед кассой. Однако, в отличие от сотрудников магазина, покупатели рейду были даже рады. Люди как-то, понимаете, бывает и забывают про это, про все. А вы им как-то напоминаете. Я тоже зашел без маски сейчас. Потом увидел вас и посадил маску. То есть это нормально. Магазины самые в первую очередь надо. Потому что вы сами понимаете. И продукт тут, и все на свете. Вот плохо, я не знаю, у них есть тут обрабатывать руки. Что-то я не вижу. Вот. Во многих магазинах так и пропускают. В магазине не оказалось дезсредств, а обслуживание на кассе велось без масок. Руководитель магазина в разговоре с проверяющими заручилась поддержкой юриста по телефону. Однако законность рейда, естественно, оспорить не удалось. Управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области составляются протоколы по статье 6.3, часть 2 Кодекса об административных правонарушениях, которая в том числе предусматривает штрафные санкции вплоть до административного приостановления деятельности сроком до 90 дней. Пока на территории нашего региона прецедентов с принудительным закрытием торговой точки не было, но вполне возможно, что они появятся в ближайшее время. С директором магазина взяли объяснительную и составили протокол, в котором описали все нарушения. Приведет ли безответственность к серьезным последствиям, решит суд. Здравствуйте. Нет, спасибо. Серьезное время требует серьезных мер. И такие рейды, карточкой, будут только учащаться. Проверяют не только продавцов на кассе, на складе, но и просто покупателей. Ага. Прямо сейчас, кстати, составляют административный протокол на покупателя. Он был без маски. Так что помните о безопасности. Согласитесь, мы начали о ней забывать. Спасибо большое. Павел Герасов, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев, область новостей.